Снимаю тебя. Один.
что. Как-то так, 365 дней в году, но у меня получилось почему-то 9 минут видео, хотя из простой математики должно было быть гораздо меньше. Но реально каждая секунда, получается, она наполнена воспоминанием, потому что после того, как я начала снимать эти секунды, я научилась выбирать правильный момент в дне. Иногда это был вечер, иногда день, иногда утро, неважно. По-разному все происходило, но я выбирала именно тот момент, который был для меня наиболее значимый и наиболее счастливый, и снимала его. И так у меня получилось такое видео. Я подсмотрела эту историю у Каролины, я ссылку дам вниз. Девочка очень классная, снимает нереальные ролики, и я у нее посмотрела в прошлом году этот ролик и подумала, я тоже так сделаю, но оказалось это нереально тяжело. Но к концу года, когда я все домонтировала и увидела результат, я поняла, что я в следующем году буду это делать тоже, потому что это, ну... Это то, что помогает тебе осознанно относиться к своему времени. Каждый день секунда. Вообще, прошлый год был безумно интересный в том, что он как бы в себе показал результат. Каких-то наших телодвижений, потому что как-то срослось многое в прошлом году, и, собственно, по видео это, наверное, заметно, хотя
Я не знаю, как это может быть вам заметно. Одно из самых таких невероятных воспоминаний за прошлый год у меня была поездка в индийскую резервацию. Я не знаю, почему мне там так... Хотя, сейчас у меня есть ответ на этот вопрос. Почему мне было так хорошо именно в том месте, в Чироки Резервейшн? Мы там были целую неделю, и, ну, в принципе, мы там ничего особо не делали, просто мы как-то познавали и наслаждались тем временем. Но почему мне стало понятно, почему мне так было там хорошо? Я получила результат своего ДНК, и оказалось, что во мне 2% индейца. Это очень большой сюрприз, потому что практически все остальные проценты моей крови уходят на север Скандинавия, север России и Европы. Откуда у меня взялось 2% индейца, я не знаю, но как бы оно во мне, и у меня теперь все срослось. Я понимаю, почему мне было так хорошо там. И, ребят, мое обещание рассказать все три истории, которые рассказал нам индеец, оно есть и будет. В следующем видео про книжки я расскажу последнюю третью историю, которая, ну, наверное, наиболее глубокая, хотя, не знаю, но наиболее глубокая, я считаю, и да, я ее все-таки поделюсь. Так что в книжном видео я буду снимать книжные видео гораздо чаще в этом году, потому что я подумала, что я вообще не буду оставлять без внимания ни одной пройденной нами книги, и буду все рассказывать и все описывать, потому что каждая из них, она драгоценна для меня. Даже если эта книга обратила внимание на какую-то одну единственную нюанс, я не знаю, что-то такое вот одно специфическое, все равно она уже дико важная, и я уверена, что хорошая книга, она может тебя перетрансформировать и перенаправить, или наоборот найти себя. Поэтому, ребят, ни одной книги пропускать не буду, буду показывать все абсолютно. Это мое обещание самой себе, можно сказать. Так что да, ребят, возьмите эту идею, снимайте видео ежесекундно каждую... Господи, нет, не ежесекундно, ежедневно по секунде. Ежесекундно — это удел, наверное, я не знаю, кого. Кого-то. Или запоминайте, или записывайте какие-то такие важные моменты каждого дня. И я уверена, что по истечению года вы обернетесь на свои воспоминания, записки, видео, фотографии, Инстаграм, в конце концов. И вам станет гораздо проще понять самих себя и понять, куда вы движетесь. И, конечно же, переменить ход событий, возможно, в будущем. Я не знаю, ребят, увидимся с вами в видео. И я очень рада, что вы со мной, очень рада, что мы вместе. И увидимся. Пока!